обедать, сынок. Сынуль, у нас уже ежик вырос. Мы уже не такие лысые. Будем кушать. Кстати, говоря, слюнявчик у нас самолет еще. Так, ну и что? Все раскидал. Кто поднимать-то будет? Богдан. Мама. Мама. Мама, щекастик мой. Птичка. Птичка. Видишь, какая красивая. Зеркальная. А где мама? А вот мама с Богдашей. Мама. Итак, покажу вам маленький кусочек нашей большой стройки. И даже нет. Совсем скоро увидите дом по второму месту. Смотри, что мама тебе подарит. Смотри. Держи. Нюхай. Только не кушай его. Его нюхать надо, сынок. Да. Молодец. Еще будем собирать? Так, это палочка. А, нет, цветочек. Да, это маме подаришь? Давай. Ой, держись. Упал. Ничего страшного. Так. Ну что, ребят, очень много вопросов поступает по поводу того, какими сосками мы пользуемся. Так вот, сейчас вам покажу два вида, точнее, две фирмы, которые для меня, на мой взгляд, самые офигенные и самые любимые для нас. Это фирма Чика. Вот, у нас есть несколько таких сосок разных миллилитров, даже есть одинаковые. Смотрите, у нее очень удобная соска, широкая, вот, по форме груди. Мы пьем из таких бутылочек самого разного. Также есть соска Avent, тоже очень удобная соска, широкая. Соски плана вот такого. Богдан у меня, к сожалению, не пьет с узенькой сосочкой. Он мне их не пьет, но тоже очень удобные. Фирма Avent и Chica, собственно говоря, для нас самые любимые. Но с года мы уже используем соски-поильники, тоже фирма Avent, вот такого плана. Вот, Богдан уже может сам держать ручками и, собственно говоря, пить. Наша любимая песня. Давай, сынок, танцуй. Смотрите, сын мне принес кастрюльку. В кастрюльке есть все для жизни. Лего, компот. Все отдал маме. Ребят, в общем, я тут узнала, что текила раздает деньги. Ну все, чувак, ты попал, жду от тебя бабло. Сынок, а ты что такое кушаешь? Рис с котлетой? Вкусно тебе? Ты уже все, самостоятельный парень, да, у мамы? Да, я руками ем. Ага. Где там? Ты рис там собираешь, что ли? В штанах. Котлет. Кушай. Спасибо, сынок. Твой котлет. Ешь. Боже мой. Как тебя мыть-то? В ванну тебя садить? Ой, как вкусно, зато скажи мне. Мне так вкусно. Ой, как вкусно. Ой, как вкусненько. Сыночек, тарелка тебе, я так полагаю, не нужна. Да, сына? Так интереснее кушать. Богдаш. А серьезный-то какой? Мама родная. Ну все, пойдем сейчас переодеваться, умываться, мыть стол. Посмотрите, как мы сами кушаем с ложечки. Ты мой зайчик. Сейчас тебя бабушка наберет в ложечку, подожди.
Давай, сынок. Облизать хочешь, да? Сейчас. Так, и что у нас тут? Банан? Киви. Ой, ты мой сладкий. Как же вкусно с ложечки, да, кушать? Ой, как вкусно. И моему ребенку еще как бы скучно, понимаете? У него целый автопарк просто из машин, паровозов, всех марок, всех размеров. Но Богдан ходит и мается. Да, сынок? Богдан, посмотри, у тебя целый реально автопарк. Обалдеть. И Мерседес есть, и мотоцикл, и паровоз, посмотрите, и Хаммер. Что это, Эскалейд, не знаю. Ламборджини, БМВ. Эх, нам бы наше детство. Столько тачек. Визибор. Так, смотрите, он сел и наблюдает. Так, но это еще не все. Посмотрите, еще здесь такая небольшая коллекция из маленьких игрушек. Вот. Но Богдану все равно скучно. Все игрушки уже надоели, но сейчас вам покажу. Ко мне едет большая доставка. Покажу вам, сколько всего нового. Да. Да, вот так лошадка делает. Купили ему такую лошадку резиновую. Сына, как лошадка делает? Да, молодец. Молодец, вот так делает, да. Молодец. Глазки у лошадки на тебя смотрят. Чего ты ее? Лошадка устала, скажи, сына. Она хочет поспать, да, сынок? Лошадка делает. Еще купила ему вот такой мини-город для машинок. Смотрите, какая прелесть. Вертолетная площадка. Лифт для машин. Первый этаж, значит. Что это у нас тут? Автомойка. Второй этаж. У нас весовая станция. Так. А ты мне большую машину принес. Спасибо, сыночек. А мама показывает, какую она тебе большую станцию автомобильную купила. Смотрите, даже есть здесь заправка, гараж. Вот, это все можно будет покупать в продолжении и выстроить большой город. Красота. Еще не все. Купила еще вот такую прикольную штучку для развития моторики рук. Смотрите, здесь есть животные. Крокодил. Лева. Прикольно, она из дерева. Всякие бусики. Да, мое солнышко. Сына, иди вот сюда кидай. Смотрите, здесь есть фигурки. Тоже. Такая вот прикольная развивашка. Так. Ну, вот такая, собственно, штука. Сыночка, они не отрываются. Смотри, вот так. Видишь? На задней стороне часики. Тоже. Учить малыша времени. Тут тоже для моторики ручки. Такие прикольные эти. Ну, такая вот тележечка.
так. Ну и, конечно же, купила ему вот такой вот сухой бассейн, потому что после нашего похода в детскую комнату я поняла, что он просто влюблен в эти шары. Цинна, давайте посажу. Сейчас. Вот. О, как хорошо. Ой, как хорошо. Смотри, сколько у тебя шариков, сынок. Что, обратно надо посадить? Сынуль, обратно пойдешь? Ну, он очень любит эти шары. Понес. Ну, конечно, купила себе вот такую полочку. Точнее, не себе, а Богдану. Детскую полочку, в которой распределила все игрушки, потому что они валялись по всей комнате. Вот. Здесь у меня музыкальные игрушки. Здесь у меня погремушки все. Здесь у меня грызунки и роботы. Лего, наша любимая. И мягкие игрушки. Очень удобно. И в квартире, либо в доме нет бардака. Когда купила сыну, а... катаешься сама. Сынок. Всем хорошего дня. Я в маске, потому что у меня почему-то болит горло. Вот. Хотя я никуда не выхожу. Наверное, просто простыла, потому что на лобном постоянно сижу раздетая. Вот так. А, еще вот такая собачка. Забыла. Совсем. Сын, как ты играешь? Покажи. Покажи, как собачка ездит. В общем говоря, вы поняли, да? Вот такая собачка. Прикольно. Богдан просто немножко стесняется показывать на камеру, как он ее возит. Но мы ее постоянно берем на улицу. И он ее катает. В общем, смотрите, еще у меня есть вот такой зайчик Лило. Вот. Он... рассказывает сказки, поет детские песенки, классическая музыка здесь есть, а также все звуки животных. И при поднесении к любой одежде, либо вещи, он будет говорить цвет. Очень прикольная штука, смотрите, очень удобное пользование. Вот это животное. Так, дальше посмотрим. Вот музыка. Сейчас я погромче сделаю вам. Всякие разные. И сказки еще рассказывает. Рыбка! Тянулся. Колючая сказка от зайчика Алило. А сейчас тебе зайка Алило сказку расскажет. Зеленый green, фиолетовый purple, синий blue, желтый yellow. Давай черный посмотрим, да? Черный сын, положи. Зайка, сыночка, ты зачем за ушки кусаешь? Вставай, сынок! Бабушка с внуком. Так, сейчас перевернете бассейн. Богдан! Господи, ты на голове! Власти! Хулиган. Эй, хулиган. Богдаш, залазь. Залазь, будем играться. Залазь. Залазь.